буду сражаться с честью. Наверное, не оставлю досбать. Да, давай. Я не буду пить. Все, хватит, хватит, хватит. Задумался Пладин. Пас. Ну ладно. О! Как раз вовремя. Да, сейчас добавлю. Изи мощный удар. Изи. Окей. Ну, здесь 2-4. Вообще любой ход, по сути. Не буду пить. Тяжело мне, тяжело. Ладно, давай да с байтом махать всех на свете. Всех перебьем. Ладно, да, у меня есть блок еще, если что. Давай мне ети, я прям так сладко его скушаю. Прям самый вкусный йети на свете. Да, я получаю огромное количество урона, но... Ой-ой-ой. Ладно, я не получаю огромное количество урона. Я передумал. Вовремя пришел экзекут. Дай мне подумать. Здравствуйте. Ладно, я все равно могу это убрать. Фигушки тебе вот. Убьешь меня 1-1. Что, не будешь убивать или нет? Будешь убивать или нет? Конечно, будь убивать. Дурачок, что ли? Нет? За короля! За честь! Занятие начинаем! Следующий ход дасбайт плюс... Шилтас блок, скорее всего. Вот. И потом вот эти вот. Комбо-комбо. Вера, мой щит. Ну,
Да, к себе. Ну что, не так себе. Ну да. 2-4 я хочу оставить. Я хочу оставить 2-4. Ну, ударю Дезбайтом. Может, кстати, Дезбайт ставить. Может так. Не, давай. Нет. По не, дурачок. Босс на... Ну ладно. Получи. Нет, подожди, секунду. Да, я боюсь. Всегда уже 9-9, поэтому вот это точно надо сначала делать. Я готов учиться. Ну, ладно. Ну, сойдет. Стол за мной. Карт больше. Ну, здоровье такое. Все, 4 единицы. Важно. Да и ладно, в принципе. Ну да, жалко, конечно, одного парня. Все, как ты скажешь. Ну да, давай. Я сделаю все, как ты скажешь. Я сделаю все, как ты скажешь. Подожди, а зачем мне так делать? Зачем мне так делать? Все в лицо, все в лицо. Ну ладно, я все равно же пробил первый раз. Все, как ты скажешь. Ну да, не очень хорошо. Жалко. А что я мог по-другому сделать? Ну как я мог по-другому сделать? Надо подумать. Я мог в лицо ударить, но это так себе. Я орудие богини. Это ерунда. Ну и... Ну да, что-то мне нравится тебе. Окей. Время делать ребят большими. Так, я, наверное, пойду ему в лицо. Я тебе делаю летал на следующий ход. А, значит, это будет 10, это будет 17. Я тебя бью, у меня остается 18 плюс улучшение. Да, давай. А, такой момент. Что, как правило, если 4 атаки, то я редко бью. Ну, я имею в виду, давая карту с виздома. Это не очень здорово. Ну ладно. Что приказание? 5 даже редко бью, но тут я летал могу сделать. Окей. Время умирать! Я атакую! Твое время вышло! Ну, конечно же, сначала так сделаем. Это про какой хилит ход? Когда Дезбайт имбила в Йете, я думал раскачивать Берса, но решил, что она сильно того не стоит. Могу спокойно выиграть в контроле. Чем мне куда-то рисковать, торопиться. Вот. Ну, даже 2 консекрейшена меня не сильно беспокоит.
атакую! И удар. Я буду сражаться с честью. Заказ модан. Нет, мне нужны вепоны. Ну да, так себе. Конечно. Давай парень враг. Вот кордер. Ладно, хорошо. Я чувствую запах крови. Окей. Это надо. Избавить, окей. Ну, мне придется здесь, конечно же, дезбайтом махнуть. Не сильно я в восторге. Что поделать? Луна свет не падет. Больше диван солдат. Грязь, 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 грязь. Ну хрен с тобой, давай. Делать так. Ну ладно. Да, давай. Просто мелочи меня будешь убивать. Что приказание? Окей. Слышь, Белчер, да, очень кстати, пожалуй. Броня на закат. Нужно немножечко поднять здоровье. Можно было бы 3-4 сделать, но... Не знаю. Гаст это лучше. Инсекрейшн? Нет. Ну ладно. Ты не убьешь ее? Да, убьет ее. Нет? Нет. Что приказание? Раз, два. Сколько же не мелочи? Черт его возьми. Окей. За короля!
Да и хрен с тобой. Давай. Зачищу весь стол, выиграю. Без вариантов выиграю. Рабас. Окей. Ну, я это могу кинуть. Хорошо. Дезбайтом могу махнуть. Да, я махну дезбайтом. Тебя и... Так, убиваю ли я тебя? Значит, 4-4. Да, конечно, убиваю. Получи по наковальне. Ладно, я заслужил мармеладку. Магни и Андуин. Лес дарует мне победу. Фариваракс. Ну ладно. О, дезбайт. Хорошо. Окей. Ну, Берсерк сына Рейджем, если это можно считать суперкомбо, да? Так себе. Я могу достать Берсекера. Ладно, да, давай. Если он достанет Шаттер Санклерку, что плохо, я смогу достать... Ну ладно. Дезбайтом тогда убьем. Не сильно в восторге от этого. Что поделать. Сколько видишь пальцев? А это изи. Вопрос, что я хочу разыграть? Мне кажется, я лучше это хочу разыграть. Почему это? Потому что это самое большое количество атаки, которое есть на данный момент. Вот. И еще я хочу разыграть экзекут. А кто никак... Ну да, вполне экзекут. Ну, могу, конечно, Слэш Белчера поставить. Не, давай. Но, нормально, пойдет экзекут. Ну да. Не знаю. Ну, этого не заэкзекутить.
Может, было Лада Тичер вообще-то поставить? Что-то я протупил. Да, я протупил, я сильно протупил. Сыграл по мане, но оно не надо, не требовало того. Конечно, училка нужна была. А, так. Хочу ли я его убивать? Вопрос. Или пойти в лицо? Мне хочется, конечно, ее оставить. Да, я пойду, наверное, в лицо. Лайт-бомба, ну, не очень страшно. Это ерунда. Блядка. Только не он не лечится. Не лечится, ну да. Чалечка. А, значит, что я здесь хочу делать? Меня сюда ударил. Могу так ударить, и тобой меньше. Да, давай. Ученики, внимание! За короля! Ладно, я, наверное, только и вот ее отмою. Лучше с тобой. Вот. Можно оставить его, да, достать Йети. А, двух парней достать. А, нифига не достанутся два парня. Места мало. Значит, бестолку. Давай сюда шел блок. Я тебя не убиваю, может, я тебя убиваю. А, 13. Не, не убиваем. Ну, сейчас посмотрим, что есть. Я готов учиться. Фариваракс. Фариваракс, фариваракс. Ну, я могу так, так вот. Да, давай. Давай зачистим. А что не зачистить? Что-то я так подумал. Не, давай я спокойно поиграю. Не, так, по-моему, я слетал. А, 10, да, я слетал. Ну, мне не важен майн контрол совершенно. У него мало здоровья, стол слишком за мной. Да, если он сделает какую-то, не знаю, УЕ сейчас будет не очень хорошо. Ну, это ерунда. Это ерунда. Занятие начинаем. Очиститесь. Бою! Получи по наковальне! Угу. Не дошло дело до Звинга. Магни и Гул'дан. Моя душа будет моей. Все пас. Все пас. Слишком слабая тройка, чтобы я ее оставлял. Фариваракс. Yeah. Самая лучшая карта на свете у меня в руках. Вторая самая лучшая карта на свете у меня в руках. Это действительно так необходимо? Не. Окей. Это лучше. Броня на заказ. Thank you.
Эх, гадство, гадство, гадство. Ну, хрен с тобой. Может, я соулблок хочу сделать. Как вариант. Я могу достать Fire Wrax. Убить ее сейчас. Но, а что я буду со следующей карты делать? Я хрен ее знаю, что я буду с ней делать. Ну, я могу слэм, в принципе, ладно, сделать. Слэм Fire Wrax. Ну, ладно, давай. Вроде просто хочется побыстрее достать дисбайк. Ну, такое. Ну, чтобы его ауешечкой закрыть. Ну, даже не против, если я Узу увижу. Даже, наверное, обрадуюсь. Потенциально он мог сделать намного хуже. Так, а? Не знаю, о чем ты скрытный. Я не понимаю. Дезвинга не очень увидите. Иранги — это большое количество побед на арене? Так. Надеюсь, мне что-нибудь придет. Окей. Хорошо. Халява. Ну, можно в лицо, конечно, было ударить. Альтеф 4, друг! Альтеф 4! Одессару читер. Получи по наковальне. Увидел на арене комбо друида, соответственно, у тебя есть карма, тебе возвращает одну победу на халяву. Это нормально, это прям в правилах Хардстона прописано. Даже Близзарда об этом говорит. Угу. Ну, так, не думайте. Магни и Утер. Я буду сражаться с честью. Окей. Две двойки. Что бывает мега редко. Улучшение так себе. Спасибо им себе. Только что за челлендж-то был, я не понял.
Ведь Варлока подло-подло. Да, тут я мастер. Дай мне подумать. Так, значит, что я хочу? Что я хочу? Какой богатый вы. Наверное, его я хочу достать. Ну, да, это мне жалко. Ладно, я сделаю улучшение. Ну, против паладина сойдет. Черт с ним. Я не заметил даже. Тревога! Поднять щиты! Окей. Окей. Еп. Ну да, давай. Я думаю, если бы у него были еще механизмы, он бы сделал. Я лучше уберу его. Мне так кажется. Не знаю, я вроде нормально читается. Это, мне кажется, и не за шрифт, а из-за того, что там выделения очень эти, ну, какое. Так. Что вот тебе, Скарлетт, не нравится? Интересно. Мне кажется, это цвета. Давай, вот скажи, что тебе не нравится. И мы это поправим. О, Лут Кордер. Ну, я могу так ударить. Ну, наверное, это лучше будет. Может, так? Нет. Ну, да, это слабенько вообще-то. Я что-то подумал. Добро не пригодится. Ну, давай так сделаем. Зачем мне делать? Давай я просто армрап прожму. Он меня его убьет. Ну зачем? Спокойненько. Как будто я против. Чтоб мне сделала эта девочка. Вообще ни капли не против. Я считаю, что будет красивее. Мне кажется. Так могу сделать. Что-то изменилось, ну. Не очень. Так. Что я здесь буду делать? Так могу так ударить, берсекера достать, армора прожать. Да, скорее всего. Мой клинок жаждет крови. Неплохо сыграно. Там же этот, как его? Я расстроен. Значит, вот это я хочу убрать. Правильно, убирать я буду вот этим.
Правильно? Правильно. Ну давай. Я, в принципе, full value с вот этого достал. Что здорово. Ну, я могу бояться консекрейшена, поэтому не достать спарринг-партнера. Неплохо. Давай. Не буду бояться консекрейшена, не достану спарринг-партнера. Чарльза не ударил? Нет. Все правильно. Ладно. Так. Надо подумать. А чё мне подумать? Ну, даже я убью его, и чё? В лицо могу ударить, ну, такое. Мне проще ударить его, убить. Всё. Да, этих ребят. Может, так? Давай сначала... Ну, мне же очень потрясающе было бы. Скрёчный. Да не, это ерунда. Это ерунда. Ну, приходится. Да. Все равно не 29 хп, так что не надо никуда торопиться. Ну да. Я люблю эти, как его. Как он называется, этот мультик? Забыл, как мультик называется. Рыбацыпа. Там столько более страданий. Как вам может не нравиться? Не, ну, в принципе, рамочки-то да, они как бы не очень. Но фон нормальный. И у меня фоном бежайте. Ну, я считаю, что он довольно добился своего очень большие жертвы, пойдя. На большие жертвы. Я свободна от проклятия. Окей. Это я могу ударить. Не, слэм ударить. Пейс. Я на страже. На страже. Окей. На стражу. Хорошо, хорошо. Ну, ладно, да, давай. За честь. Аккурат, механика! Получи по наковальне! Консекрейшн плохо. Ну, что делать? Ну, это тоже не очень хорошо. Не, за... Блин, вот это вообще нехорошо. Две карты дополнительно получить. Ну, мультик такой. Пародийный. Ну, ладно. Черт возьми. Блок. Окей. Конечно же, я хочу его оставить. Здорово, Ланди. Вера, мой щит. Однажды я стану рыцарем. Что приказать? Дэм. Не очень хорошо. Ну прям вообще не очень хорошо. Согласен. Ну ладно, Слэшболтер сойдет, наверное.
Ну и даже его могу достать. Я с тобой. Файн, файн. А хочу ли я дать 1-1 таунт? Я точно не хочу 3-1 давать таунт. Неплохо сыграно. Я никому не хочу давать таунт. Такой вот я. Да, никому не хочу давать таунт. Северные волки готовы к бою. Ну ладно. Ну то 8-8, что я буду с ним делать? Да, это вообще проблема. 8-8 это проблема. Дезбайт. Два раза дезбайтом биться. А, ну я дезбайтом, значит, ударю сюда. Сейчас. Ударю сюда. Лицо, лицо. Потренируемся. Пожалуйста. Ну, если он делает консекрейшн, все пока. Если не делает консекрейшн, то у меня еще неплохие шансы. Но такие. Плюс-минус. Ладно. Жду приказаний. Ну, я могу всем на свете ударить сюда, но это не очень здорово. Ну, может быть, я просто убью 1-1. Все. Угу. Пожалуй, это в лицо дам. Мукла. Ну ладно, мукла это не так страшно. Окей. Значит, это легко сюда, это легко сюда. А, нифига не так уж легко. Ой-ой-ой. Inner Rage. Ударить сюда, потом... Такой богатый выбор. Да, плохо. А что я могу сделать? Я могу как-то вообще что-то изменить? Нахрен, как я изменю? Чем меня вообще убивают? Ну, я имею в виду 4-6 в любом случае убивают. Сюда шестерку дать? Да это тоже фигня. Занятие ну, хрен с тобой. Начинается. Ну, да, подожди, я ему в лицо... А, слушай, я же тебя, наверное, в лицо... Я тебя убиваю, наверное. 12... 12 плюс 16 почти летал. Почти летал. Надо что-то делать. Блин, с тобой. Я не знаю, что делать. Наверное, это единственный мой шанс. Я не знаю, зачем я так делал. Я просто подумал о том, что у меня, в принципе, в колоде очень мало чего, что... Да ну это я фигню сделал. Конечно, я фигню сделал. Надо было убить лица. Сейчас придет вебан, и я накажусь за это. Я не знаю. Ну... Пожалуйста, не приходи в эпон. Это была ошибка. Не приходи в эпон. Надо в эпон. Не приходи.
Тигр. Ну да, ладно, меня все равно убивает. Я проиграл. Ну такое. Контролировать это тоже такое себе. Ну, то есть, в любом случае, он бы у меня выиграл благодаря обилке, а у меня уже карт не оставалось нифига. Ну, у нее карты есть, и обилка круче. По-любому выиграет. Давай так сделаем. Может быть, так. Ну, давай один деспайт. Окей, фарю раз. Ну давай. Ну ладно, это и такое, это ерунда, в принципе. А зачем это было делать? Let's get down. Я понял. Оставляешь двух, оставляю. Ну, культмастер меня сильно накажет. Механика! Ладно, давай. Что приказать? Окей. Блин, ну убить одного так не хочется. Что делать? Да не, давай, пас. Крест, окей. Крест, хоть. Жду приказаний. Какая встреча? Не, лучше тебя. Получи по наковальне. У меня есть большая пушка. Окей. Хреновое положение дел. Хреновое положение дел.
Ну хрен с тобой, давай так сделаем. Желательно, чтобы еще хорошая четверка какая-то вышла. Давай. Солидная четверка. Особая доставка! Эх. Эх. Ну, ладно. Жду приказаний. Я могу так ударить, Слэдж Белчер достать. Да, и пускай проходит его. Да, давай. Консекрейшн, ну так, три сюда. Да, не убивает мне. Это ворген будет. Сойдет консекрейшн. Дурацкий паладин. Всегда проблемы войны с ним. У тебя неприятно. Это можно, не знаю, что придумать. Что приказать? Это можно. За короля. Ну давай, хрен с тобой. Так, нет, нет. Так, надо подумать. Я никак не убиваю, никак не убиваю. Сейчас бы другой дезбайт, я бы с удовольствием сменил бы. К сожалению, так не получается. Так. Консекрейшн. Ну, останется два после вот консекрейшна вот этих парней. Неплохо сыграно. Включаю ментальный дислокатор ТС-130. Спасибо. Пошёл вам! Ну да. Как же по-другому она может быть? Никак по-другому она не может быть. Не. Вообще никак. Что приказание? Ладно, давай. Да, мне нужен арморап. По-любому. Много армора. Ага, ага. И мне уже никак не поиграть контроль. Вообще никак. Я проиграл. Фундаментальный дислокатор. Жалко. Но 8 побед мало для этой колоды.
будешь делать?